Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы с вами рассмотрим дуа человека, который садится, скажем, в транспорт с намерением, чтобы отправиться в путь. Такой человек должен произнести дуа. Бисмиллахи рахмани рахим. Субхана аллази сахара лана хаза, ва ма кунна лаху мукринин, ва инна иля раббина ламун калибун. То есть мы говорим славу тому, кто подчинил нам это, ведь нам самим такое не под силу, и поистине Господу нашему мы вернемся. Давайте повторим это дуа еще раз. Субхана аллази сахара лана хаза, ва ма кунна лаху мукринин, ва инна иля раббина ламун калибун. Уважаемые братья, эта дуа является действительно важным, ведь мы каждый день двигаемся в разных направлениях, используя транспорт, который Аллах, субханаху ва тааля, для нас подчинил, сделал это. И когда мы говорим эту дуа, мы понимаем милость, которую Аллах, субханаху ва тааля, нам дал, и мы понимаем, что наше возвращение будет к Нему, и это способствует нашему богобоязненности, иншаллах. Желаю всем нам быть богобоязненными, не забывать Аллаха субханаху ва тааля и быть на истине всем. Инша Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.